Всем приветики. Ага, я хочу сыграть в Корс, тут ни одной карты нет, ни одной. Это звук змеи какой-то шипящий. Это лишь на зелененьким горит, таким миленьким цветом. Это вообще поиграть нереально сейчас. Народу столько. Сейчас я включу. Так... Теперь нет, ну почему? Вот сюда! Я даже не успеваю посмотреть. Сюда! 14. О, господи, стримак. Мы еще сыграем в Bed Wars на Cidoxi. На Cidoxi. Че это? О, господи, что запутался? На Цидокси. Все будет. Не знаю, когда, но обязательно это будет. Все, сидим. Все, буковки не пишем. Так, ничего. Так и намек вам. Надеюсь, вы намек поняли. Ас! Choose your team. Бояться, мы его поломаем. А с какой скоростью он рукой ломает? Да блин. Горел такой весь. А в принципе, там маяки и быстро ломаются, но... А кирпо еще быстрее. Фейерка. Пошел. Если я напишу сюда в чат. Help for help. Помогите, помогите. О, помогите. Да господи! Они только начали строиться. А там уже снег где-то вот на центре уже. Все алмазы лутают. Читики-донатики. Читы-донаты. Ой. Это немецкий сервер. Потому что вот тут вот написано... Рот, Тим Рот. Да? Я сейчас такие тут крепленные строить буду. Такие же... Я сейчас пробую. Такие же будут. Вот так, руки. Поднимем это. Это надо поднять. Это надо. Это... Великая такая ценность наша. А, да я чё, яблоко сожрать могу. Похавать, похаваем. Да! Что? Как, я не понял. Подождите-ка. Это вот лак или... я читал. Просто читаю. А мы что? А что мы нападаем? Люди добрые. Вы знаете сейчас какой день? Какое время? Что они нападают? Они вообще знают, что вот если у нас вот такой чит. Такие. Да я просто буду помой. А, я пошел к себе на дальше. Потому что меня сейчас убьют. Так, все. Я бегу, бегу. Давай вихилку. Сейчас мы все тут сожгем. А, нет, не успели сожечь. Надо было бежать. Нет, меня подстрелили. Я начал чувака хилку кидать. Не, ну мы им сейчас
устроим сладенькую жизнь этим чувакам. Чупакабра. Если они хотят поломать наш кор, вообще не удастся им это сделать. Они его в жизни не поломают. Я сейчас ем яблоко. Так. Два сердечка сносит, господи. Я там сейчас буду стоять всех на дыхе. Сидеть, защищать. Маша. Нет, я знаю, у них тактика стелс. Что? Вот этого алмазника завалить, и все просто будет шикарно. Просто шикарно. Сейчас мы подзачаримся. Разденемся. Что? Татарин. Будем сто по грунтам ходить. Так. Тут еще фишка в том, что надо вот так вот подозрительно. Чувак, если он сейчас это... Что? Так. Сейчас мы все себе зачарим. Давайте на защита прочность. Вот теперь лазуры нет. Мы сейчас выиграем! Мы сейчас выиграем! Все на первый уровень. Давайте лучше меч зачарим. На первый уровень. Эх, жаловаться я не собираюсь вообще. На Power One. Я сейчас вообще не боюсь ничего потерять. Вообще. Если я зачарюсь, там больше никто не зачарится. Я это, в этом не переживаю ни капельки. Что, все, молодцы. Это их проблема, что они... Была лазура. Съем два яблока на всякий такой пожарненький случай. Вот там алмазник отходит. Алмазник, ты что там целишься? А вы что, ну, вы что идете? Вы не подходите к нам. Не подходите. Мне кажется, то, что его вообще не сливают. Его нельзя съесть. То, что ну, как-то он читак, мне кажется. То, что его вроде бы... Хотя, может, он, если бы... Либо он читак, либо он только выигрывал. Я склоняюсь к первому читак. То, что он так часто это в алмазке ходит. Вроде бы его так часто калашматят. То, что если бы он ел яблоки, то у него и главное это стрел. У него даже стрел многовато. Либо ему все скидывают, а сами-то это падают вниз, умирают, точнее так сказать. Ну, возможно, он сам-то ходит в обычной броне, а эту как-то прячет, когда нападает. И интенсивные действия происходят. А игроков таких топовых мало. И они, наверное, скорее всего, прозевали тот момент, то, что они там где-то все на базе чарились. Давайте! Чё, алмазника слили? Это алмазик, все. У нас все шансы на победу есть. У меня по хп сейчас меня не видят. Пошли, все. О, наш, мы все, сейчас побежали, чуваки. Отстреливаем.
хватит, все пошли, пошли, застройте, застройте, закройте. Так, здесь едим. Сейчас мы себе... отойдите. Ваш, дайте, господи, отойдите. Ай, что толпа? Сейчас хп нет, у меня вообще хп. Не знаю, как я сейчас выйду. У меня хп нету вообще. Отошёл! Да, господи, что мы тебя повалить не можем? Так, у них сейчас... у нас преимущество весомое. Я сейчас побежу, побегут, это их ошибка. Ошибочка. Мы тут быстро выиграем, у нас будет еще Бэдбас на Цитоксин. Цитокс, я вам уже говорил. Перед началом этой игры, а повторю еще раз, мы сегодня здесь мы играем. Мы, ну что, на 5-й минуте это их поломали. Это, блин, они, скорее всего, это, они не надеялись на того алмазника, а алмазник просто протупил вот и упал. Знаете, я знаю таких игроков. Там, по-моему, нужно поесть хлеб. Я только буду есть хлеб, а там, а не яблоки. Не-не-не-не, отошли от нашего чувака тут. За это их подстрелим. Что того сильного? Я построил баррикаду вот такие. Help for help. Вот тут такая баррикада. Чё, ты подумал, что они какие? Сейчас вот так вот хитренько мы обойдём. Нет. Давайте уже как-то мое тело скину. Это было очень прикольно. Как-то я еще полетел вниз. Это было очень прикольно. Они сейчас, по идее, вот сейчас вот всегда так, когда играть становится все. У нас нету ни одного кора, ни алмазов, ни таких, ни всяких хилок. Вот часто, чаще всего игроки просто начинают вырубаться, отключаться, передавать свои команды начинают. Но у нас таких нет. Потому что один какой-то проблемы с интернетом. Плохой у него интернет, как и он сам. Не, я это пошутил. Он там. Хай. Хай, всем хай. Играем в хорус. Кто не знает? Хорус. Game is chorus. Но это сервак. Все, у нас преимущество. Ем яблоко. Поздно. Давайте всех их вместе. А у них тут алмазик. У них тут железник зачаренный. Yes. No. Что, давайте? No. Хотите, можете прямо сейчас играть в игру, я сейчас буду играть в Бэдварс на Цитоксе, Здесь это видят цифры, что сейчас происходит, да? Смысл этой пилки. Опа, скину! Ничего, его скину. Либо он, скорее всего, сам отключил. Он просто самоубийца. Отряд самоубийц. Уйди! Я этого чувака должен завалить. Я не мог повернуться мышкой. Так долго бежать, я сейчас тут парочка это приберу. Фронткор! Все на кар.
поняли, когда надо нападать. Они не должны тронуться. Как? Да они поломали! Я этого сейчас... Вот наглый. Мы им сейчас отомстим с Бека. Они сейчас на нас нападать не будут. Блин, чёрт. Там один нас предал. Нас предали. Все, пошли. У нас на стороне у нас этот. Один чувак крутой, затаренный. Затаренный. Типа того, это звучит затаренный. Да? Затаренный. Я сейчас умирать не хочу, я это буду их тут так... Да, отошёл, отошёл! По-моему, я ему надамажил чуточку, они там его должны повалить. Ну чё, на одну секунду там, на 2-3 нельзя было пойти пораньше. Там вообще освещение не видно, где тут вообще что есть? Ломаю я эту лампу. Всё, пош... А там заново будет так, по-другому горит. Никто не будет никак прятать. Ты спрашиваете, то что тут где-то редстоун, да, прятается. А ну туда где-то какие-то читики-донатики. Нужен факел, потому что мы тут не знаем. Там ничего не видно. Вот у нас факел, а? Хотя... Заправили. Я, пожалуй, тоже это, сделаю себе крутую гонку. Тут вот чуваки наши, они, по идее, тоже додумались. А я побегу тоже гонку. Стану в гонку. Сейчас, наверное, все тут... Так, где тут верстак? Если честно, так вас отвлекся. А вот. Приветики! Очень я сейчас хорошо зачарюсь. Просто топ. Этот звук начинает раздражать. Думаю, не только вас. 5-й уровень. Защита 1. Я сейчас просто перезайду на ковальню. На 6. Защита. А, 1. На защиту. На 7. Защита от снаряда. Я не против всегда таких топ-лютер. Так, сейчас себе тут все. И меч крутой сделаем. Вот так. Вот пусть тут кто-нибудь, не знаю, посмотрит хотя бы. Ч
сейчас у нас лежит. Ну, не наскучили. Ну, не наскучили. Та-та-та, та-та. Да, я тоже посвязываю. Острота 7 урона. Так, сила 1. Пусть боятся меня. Гроза пришла. Да, если... Мне самому-то зачатка нравится. Очень нравится мне зачатка своя. Зачарился. Нет, нет, пожалуйста, не столкни. Я тоже тебя... А! Это наш был. Сори, чувак. Я ему даже вот построю. Реально, прости, я тебя не заметил. Какой целится. А я-то это... Почти час. Почти полчаса идет. А там наши пошли. Все, я две стрелы. Фас там потратил. Кто это тут? Все, я тебя нашел. Все, тебе комби. Опа, получи стрелу в лоб. А у меня сильный там. Опа. Я его убил. Хедшот. Гома HD, ты мой. Мне нравится этот сервер. Я бы поставил лайк этому серверу. Но знал бы я, как это делать. Они там спрятались, что-то законопатились. Вот, нет, слили нашего. Ай, мы... Прозявили. Ух ты, пооткрывали. Отойди! Не-не-не, а это, хилюсь. Отойди! Отойди, уйди! Вот какие наглые. Что? Выиграли? Ред, выиграли. Фу, господи. Я-то тихо сделаю эти звуки. Я вообще сейчас ничего не слышал. И мы выиграли. И сейчас мы, пожалуй, приступим к другому серверу. Под названием Цитоксин. О, Кристейл. По-моему, вышло обновление, как мне кажется. Потому что я еще в этом не разбираюсь, хотя и давно играю. Сервер. Вот это, мне кажется, головы всех лучших игроков. Шлейм. Тимбаш. Подождите, тут что, изменили? Тут патрично. Понял. Ой, красный, все. Красный. У нас будет тактика, пожалуй, быстрый центр. Я первым, очевидно, прям точно говорю, строить не буду. Значит,
тут вообще хоть не как они материалы? Тут же ведь понимаете, если это что тут надо строить быстро. Строитесь. Вот это АФК, да? Вот это там уже строится. На блоки, блоки, на. Типа, пошел. Тактика, быстрый центр у нас похоже не сработал. Мы там не будем вообще первыми. Нас потом сука держать будут. Так, ну кто-нибудь меня заменит? Я ведь дам блоки чуваку. Все, сейчас нужно быстро закупиться. Раз, два, три, четыре. Так вот. А он даже не застроил. Тут что, у кого-то много? Тут у кого-то много, реально. Сейчас, давайте, блоки. Еду даже не купили. Что это за игроки? Бам! Нет, это зря отставили. Эх, копать это было. Мне, по идее, сейчас он не дастся. Может, сюда вот такой блок красивенько. Ой, сейчас там жестко. И даже не, вообще не думаю, то, что это нужно. По-моему, это желтые самые первые нас построились. Вот и они и получили. Бан. Ставим лайк. Зеленых сломали. Значит. Ты улетаешь. А он что, сам спернул? Он что, знал то, что я за ним? То, что придет его участь. Да, он это знал. Умный чувак у нас, значит, появился. Мы сейчас не можем больше вот так. Так как у нас все дефицит. Пошли на базу, нужно будет. Я сейчас себе куплю, сделаем такую тему. К нам бежит чувак! А! Да! Да! Люди! За это сбейте его! Он сейчас... Он сейчас придет, нам сломает кровать! Он не сломает нам кровать? Да он... Что вы стояли? Что вы стояли? Ой, господи, простите за это. Такой беспредел вообще. Нас сразу сломали. Очень неприятно. Но мы все исправим, все исправим. Вот 8 на 1. 8 на 1 я не буду играть. Я сыграю сейчас. 8, ну, там, где под 2 человека в команде. Чтобы найти вот сейчас. 2 на 5. Господи, господи, господи. Я просто сейчас сыграю. Вот сюда. Вот это. А поставить вот это как-то очень даже опоздать. Кажется, обидно. Африка. Давайте 2 на 5. 2 на 5? Это 2 команды по 5 человек. Вот видите, 2 команды по 5 человек. Заходим, смотрим стрим, видео. Еще у нас будет Sky Clash.
Ой, не знаю, будет мало. Вам обещать пока не могу, но сказал, ну примерно будет. Еще один по-прежнему. О, тут еще какая-то девочка. Ой, начал народ заходить, начал. Они, наверное, вот на первую попавшуюся нас нажимают. А вы знаете, как я вот в прошлой игре так удачно поставил блок? Вы, когда хотите это сделать, вы зажимаете Shift. Зажимаете. И падаете. И ставите блок. Работает 100%. Я прям так ведь сейчас все сделал. И получилось? Ну, скажите, получилось, да, да. Еще такой чит для нечестных игроков есть. То, что они типа так от сильно откинут, а мы вообще не сможем их откинуть. Они будут стоять. О, вот я недавно смотрел видео по этой карте. Мы сейчас просто тащить будем сейчас. Я всегда привык вот до обновления набирать. Так. Какое количество блоков? Это ведь обновление. Все, центр должен быть наш, 100%. Мы сейчас будем очень высоко строиться. Вот так вот мы будем строиться. Строить мы должны. Пошел. Я сейчас думаю, я подлутаю. Смогу подлутать. А, вон там кровать находится. Тут еще фастом можно это накопить себе на парочка. Так, грубо скажем, шмот. На шмот. Сейчас я себе быстро куплю блоки. А я думаю, сейчас не можем ее так попить. Мы просто вот так вот поставим. Девочка. Так лучше вряд ли у нас спаунится будет. Там нашего скинули! Блин, вот че? Скажите, то что... Так, не понял, что у нас тут... У нас тут не будет читака там никакого. Сейчас я, пожалуй, куплю себе перво-наперво набор вещей. Ну, правда, я, если что, к кровати ПВП такого сильного не будет. Их там просто за два удара буду. Мочить. У нас будут регулярно выходить видео. Очень регулярно. Ну вот так вот куплю блоков. Вот еще главное тут не стоять на спауне, а просто вот так вот бегать. Спауна на спаун. Ой, еды куплю. Вот, я хочу, правда, не знаю, я сейчас... Зачистка ц... Читер! Читак! И порт кинем сейчас в бан. Знаю. Что? Вот кто-нибудь остановит нашего читака? Да! Люди! Мы сейчас продуем! Ну вы тут видите? Даже читерство. Ой, как я читаков ненавижу. Орб. Карта не думает, что она хорошая, но ей, по-моему, не... Вот сюда мы заходим. Чанг. На карте Чанг. Сейчас. Я вообще команды не убираю. Там, слушайте.
еще тут? Леха. Кому интересно, как мое имя? Я вам сейчас попробую в буковыми в чат напишу. Ой. Ой-ой-ой. Так. Ну, попробую, пока у нас время есть. Предупреждаю, это будет долго. Пока я не иду, Вот так вот. Это и Никита. Если вы угадали, то вы молодцы. А я сейчас просто пишу, не знаю, какие буквы. А тут что, на немецком писать? Тим. Команда? Это, скорее всего, немцы. Это. Немецкий сервер. Ой, блин. Ну да, вот даже буковки Гэлт. По-английски Гэлт. Это yellow, желтый. Yellow. Что тебе даже команду как называется ничего? Я тут вообще ничего не вижу. Она вообще запомнила. Да. Гремел. 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 Очень хороший ник. Ай. Купим вещь. Бежим. Тут еще это. О, и что это? А тут где спал? Спал. А тут спал, наверное. Так, закрыл. Эндорняком. Вот тут сразу кровать надо застраивать, я вам правду скажу. Тут чувак тоже первый раз играет на этой карте. Тоже не знает, где кровать. Ой. Где? Что я это говорю? Не знаю, где это. Оп, написал. Мне еще сейчас мне хватит на два блока. Да. О, я грибочек на. Вот поставим сюда грибочек, так красивый будет. А вы посмотрите, видите уже, как кто проиграл? Это тут сразу все быстро происходит. Мы за грибок были. Это меня тут все пугает, так что я, пожалуй, сейчас куплю себе. Ну, пожалуй, куплю себе старковскую броню. Такую. Так. Ой. Ну, не знаю, если тут долго. Тут, скорее всего, да, долго падать. Я, пожалуй, куплю палку. Плюс. Меч за 50 я не могу купить. Ну, сейчас могу. Так, там сейчас чувак это будут мяситься. Люди. Так, еда. Артефан. Кирка, кирочка. Все. Мы купили первого уровня. Что? Не, мы, по-моему, купили. Видели я на какой первый уровень нажал? Ой, сейчас там. Наш чувак еще. А нас по-прежнему двое. Он себе ищет очень большие неприятности на свои это. Не обратно запихну. Пока контролим. Что думаете, я не хочу тот забрать? Ну тут реально чувак нубит, потому что он капец как долго строится. Я тут все поломаю, ничего не дуга. Обломаю путь. Что вы знаете ли, я не люблю никаких людей. Я вообще людей не люблю. Все, их нету. Так. Мне это не нравится, тут начинается это, месиво. И очень хорошее. Я буду стоять на дефе, я буду дефать.
Чанг. Карта Чанг. И на дефол я 73 материала. Будем так поглядывать, если что. Нет, они хотят нас убить, они хотят нас поломать. Мы им это не дадим сделать, не дадим. Мать, я что, не вижу эту коварную, хитрую физиономию? Так, забаррикадируем тут кровать. Вот еще вот так вот всякое. Что, где, 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 где? Нет, нет, ключи! Ну как, ну как? Теперь наша команда истреблена. Вот они всегда, вот эти мечники, косят под своих. Вот. О, опять можем сыграть. Они вот не показывают никогда кирку, никогда не показывают вообще. Даже как-то из-за читерства сходит. Ну что? Во, будем синим каким-то. Ну, я не знаю, тут лучше, я не знаю, прямо какая тактика. Можем, ну, тут такая быстрая тактика не сможем получиться. А тут я вообще центра давно не видел. Даже видео, летсплейщиков, таких как я. Правда, у них все побольше. Всего побольше. Так. Что можно купить себе? О, какую-нибудь броню купим. Он такой, о, вот тут вот моя любимая. Бедвард, Стим, Блю. А мы тут опять одни. Я хочу всегда в команде играть. Я вообще из команды. Как тут из команды выйдет? Дифтон. Так, смотрим. Команда Лина. Лина. О, вот так вот. Забыл про эту плюху. А! Давай! Побежали. У нас есть 5 секунд, чтобы добраться до одного места. Убили. Тут все внизу. Сейчас мы построим крутую базу. Сейчас мы будем топчиками. Вообще команды двух метров. Все, мы первые из тех людей, которые начинают строить. Да, прямо строимся. Сейчас за команду, блин. Извини. То, что мы добрались первые до сюда, это нам дает большое преимущество. Я тут пока на дефе буду. Ну все, уже пора буду подниматься, потому что я, если вы понимаете, то что я не хочу это потерять. Все, уже мы там не видим, что-то там закапывается. Сейчас мы будем контролить эту точку, нас хотят забрать. Тут я не знаю, что хочет тот чувак, если он хочет что-то там дефать, я не против. Я пойду сейчас тут все закуплюсь. Вот так вот, так вот. Я сейчас быстро сет все взял. Такой вот. Побежим сейчас с еду я куплю. Да не буду я яблоко покупать.
теряю духа от них. Берите свою ступенечку. Мне в жизни было нужно. Так, на блоке тут хочешь, возьми мне по барабану. Возьмешь ли ты? Ну, выиграть мы должны. Они хотят, он хочет залутать наши ресурсы. Так. Он строится к нам. Читак. У них тимворк. Командная работа. Так, я должен сейчас себе купить кирку. Я должен их как-то там побить. Вы ведь понимаете, что у меня есть крутой меч. Ну, крутой, как сказать. Выиграть я могу там битву. Так, только не АФК. Скажи то, что ты не АФК. На тебе блоки. Блоки на строительные. Что мы хотели, кирку? Отлично. Сейчас мечом всех буду месить. А тут я еще вам расскажу один прикол палочки вот этой. Она откидывает-то хорошо. Но откидывать она хорошо будет при одном условии. Если вы на нее кликнете на вашего противника дважды. Уходите, уходите, я вам тут даже не нужно будет прижиматься. Они тут специально еще вот так вот подстроили. Видишь, какие новые. Я в последнее время стал закупаться яблоками. Они стоят недорого. Еще много продаются. По такой партии. За два материала. И, в принципе, они даже, я вам вот что скажу, они эффективнее даже стейков, мне кажется. То, что они там еще, возможно, вот будут... Ну, хотя я и стейки куплю, не будем там обижать стейков. Так. Нашего сейчас убьют. Нашего рядом там кошмар. Отошел! Подожди-ка, мы залил играли. Он наглый. А это наш был. Прости. Они нас поломали. Ой. Ой, эта карта очень сложная. Я вообще не советую вам. О, дивергент. Мы пока играем 8 на 2. Ой, две топовых команды есть. А, все, вот смотрите, вы видите там, где пинг, ну, цвет написан, и 0-2. Значит, там никого в команде нет. Вот. Теперь один. Теперь сбегать от нас. Мы его догоним. Я не хочу с кем-то играть. О, вот сюда, блю. English опять отключились. Бросают меня, не знаю. Вот сюда. Fail. Welcome to. Well, fail. Ничего, фейк чей-то. Обычно фейков это считают по этому как там. У меня там есть по-прежнему Норга. Наш чувак вот этот наш, он не продает, может он хотел играть один, но, знаете ли, он не предатель. Вот этот цвет нравится очень. Мы зеленые. Мы еще сыграем. Мы что, начали? Да что было? Не... Что за дифтон? Что за читы? Читики выключите. Читики выключите свои. Ты должна не песчаником твоим застраивать, а эндерняком. Ну хоть пусть чем хочешь застраивать. Ты проиграешь меня. А я выживу там.
поеду в отдых. Там себе. Даже. Не хватит мне такая смешная. А я себе там базу куплю. Буду там жить. Так, нужно, пожалуй, на синих напасть, да. Они тоже хорошо играют по тактике своей. Пока у нас с палочкой волшебники ходить. Волшебники с палочкой. На центре тут я даже не думаю, что вообще есть смысл достраиваться. А они там уже воюют кто-то. Главное, чтобы к нам не проходили. Мы такие неприкосновенные мы персоны. А я сейчас просто яблоко не ставлю. 7 этих можно стейков купить. Мы так по-маленькому ходим, вместо чтобы стоять долго. Теперь мы блоков купим дофига просто. Пинков! У тех сломали синие. Вообще, синие сегодня агрессивные. Да я шучу. Они начали играть одновременно со мной. Нужна кирка. Кирка. Ну так, ну с такой будем маленькой. Мы сейчас тут себе все наладим. Что-то он застроил плохо, плоховато кровать. Не умеет застраивать кровать. Нужно эндорняком застроить. Очень крепким своем. Это мы поставим сюда. И потом еще сделаем там. Это был лишний блок. Там еще сделаем вот так вот. Так. Мы туда еще раз не пойдем. Так что туда уже пойдут только наши гады. Потому что кто-то подглядывает за нами, сообщает противникам наши действия. Читаки. Там еще вот мне не нравится то, что у тех две базы есть, а у нас ни одной. А еще прикол такой, если поломать плиту, она быстрее будет спавнена. Ну. Те, по-моему, хотят к нам построиться. Мне они не нравятся, сразу вам скажу. Так, вот. Так, да. Ну что там сыпется своими стрелами? А мы хотя вот такую стеночку построим. Чтоб ты нам не мешал. Играть, тащить. Вот те вот все время вот такие вот чуваки вот защищаются. Они без брони, зато с луком и со всеми этими такими причиндалами. Стоповым мечом. Сделаем. Оп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Так вот, так вот. Так теперь. Так вот. Ну теперь у меня 0 блоков, конечно, и материалов тоже нет. Еще мы сделаем вот такую дырочку, чтобы за ней подглядывать. Выпадать не будет довольно-таки редко. Опа, а у меня 40 теперь? Они не умеют стрелять. То есть они это, чужие затмили. Они там сидят, вот они меня и раздражают. Еще бы клацали вот так на нас. Делаем вот так вот.
Они хотят на нас напасть. Они хотят на нас напасть. Да я ничего не имею против. Пусть нападают. Их про... я сейчас все. Его топу. Закройся, закройся. Что он сейчас тебя уложит в два счета. Еще где? Так у него еще напал. Я себе второй сет брони. Я всегда так делаю. Все, 250. Нужно копить себе, фармить на любой лук, на любой. Отстреливать, скидывать их, когда нам мы сможем это все сделать. Нужен сундук вот такой маленький. Что? Дополнительный вот сет брони. Он сейчас может на нас прийти и поломать, когда мы вот отошли. Нет, ты еще... Да нет, он жесткий какой-то, реально. Я ему крышу построим себе. Ну, такого нет. Не буду вообще ходить, не смотрю. С эндерпёрла хотите купнуться? Ну, стрелы, в принципе, можем там не волноваться. Там Лила, а мы Грин. Даже посмотрим. Эй, здесь он с ворвал на все броню. Так, начали обновлять теперь. Светик. Одна стрела. Мы сейчас себе купим волшебные стрелы. Скорость. Вот так вот. Что? Вот, вот, вот ты пошел. Да нет, они какие-то жесткие люди, слышите? И сейчас все яблоко купили. Как это не шутили. Сейчас как-то. Даем бан вообще. Сейчас будет одна последняя игра. Четыре команда по два или по 12. А по два человека, господи. 4-2. Хочу вот прямо равные, чтобы было все у всех все. Да, чёртос. Господи, это чё, он такой, я смотрю, ставится у нас на базе ТНТ. Это будет последняя игра. Ставится ТНТ, всё, мы уже проигрываем. Вотербакет пришёл. Вот теперь всё будет менее спокойно. Так как... А никто не знает, что там железо, да? Вообще, вот читерство сейчас было. Не знаю, чувак, наверное, какой-то топ-читер. Он тренировал свои читики. Такие хитренькие. Мне нужно, ну, это застроить этим. А я вам застрою, я буду специально вот тут вот застроить. Застраивать. Ну, теперь еще капает. Должно подняться уже. Себе должны это купить эндерняка. Вот им-то мы и застроим себе кровать. Вс,
Все, наш чувак строится, у него, скорее всего, закончатся вот скоро блоки. Вот, вот уже почти. Сейчас. Кто это сам еще сделал это что-то? А так, можно снимать. Вот это нужно так закрыть. Чтобы не сломали кровать. Проверяйте все эти ходы, чтобы не сломали. Иду за меня, чувака. Сейчас пошел. Наш? Наш, ну. Ну, наш. Да, наш. Сейчас. Бегу. Никто вроде бы не должен залутать. Так, это кто? Наш, все хорошо, все просто идеально. Не знаю, стоит ли ставить блоки. Тут все нужно забаррикадировать. Это, допустим, когда не наш придет, что будет делать? Банить тут все. 25. Наверное, еще никто не знает такую фишку, то что... Он идет строиться! Вообще, это нереально сейчас было. Такая вещь сейчас произошла. Не мешает снимать эту трансляцию. Это будет последняя игра. Мы быстро сейчас все сделаем, так как уложим. Место копится. Копится. Такой себе сет купили. Ой. Мы закончим сейчас. Именно сейчас не можем. По техническим причинам. Тут очень быстро респавнится вот это железо. Тут очень быстро спавнится железо. Что? Я сейчас не могу закончить, я вам сказала. Эта партия будет последней. Господи, люди. Наш чувак блок. Все идет такой, так скажем. А никто не знает. Все думают, что там типа железо, да? Вот, если вы думаете, а там нет, а там золото. Там чисто золото лежит. Я там уже играл на карте, смотрел одно видео. Там золото, там спавн целый. Вот так вот забаррикадируемся, чтобы нам не мешало строиться. Тут не затрилили. Так, выберем. Регулярно. Все. Минус одна головная боль. Не надо ломать сейчас блоки, потому что это опасно. Все, не знаешь. То, что ты даже не знаешь, что там. Не подожди. Нифига себе. Читак. Он что, меня хотел слить? Вот, читер. Фу. Что, типа епорт мне сейчас кинешь? Типа читак. Фу, играет не по команде, да? Это мое было золото. Все, профукал. Свое золото. Затариваемся. Просто у нас сейчас топовый лут. Ну, долго, конечно, еще. За один зритель. Что-то требовательно. Ах, завтра тоже видит видос. Вы не переживайте. Не переживаем, да? Минус. Подписываемся на канал. Ну еще у нас будет вот целая игра впереди. Мы сейчас не закончим, потому что мы это не можем сделать сейчас. Не, я сейчас вот это все поломаю делать. Мы сейчас купим себе топ-лук.
Я рассказываю все наши действия. Ну вот мы сейчас купим себе лук. И будем уже, пожалуй, не заканчивать. У нас ведь еще там всех надо затащить. Ну хотя бы понастрелять. Тут у нас один зритель. Очень такой требовательный. Вот он сейчас поднимается. Я сейчас просто на вторую партию подхожу. Все. Ой. Сейчас все будет. Сейчас купим по себе. Такой лук. Ой. Что так мало стрельбы? Если вы хотите, чтобы получить как можно больше лута, вы считайте. Счет – это вещь. Математика – это вещь. Учимся это считать. 15. А слушайте, я вам еще расскажу один такой чит. Такой хитренький. Все заключается в том, что вы, допустим, вот ставите в эту руку, вот это сюда вот так поближе сделаем, вот так вот, идете сюда, будет стрелять именно эта стрела. Смотрим не только мои каналы, но и остальных крутых геймеров. Они там тоже знаете, что вытворяют. Это еще работает. Вы, допустим, вот вы смотрите, там вам что-то не нравится. И стрелы стреляются. Вот там. А, все равно не попадаем никуда. Хотя, что нам? Чё, зачем я вообще туда хотел пойти? Закрепиться. А мы одни остались. Вы же знаете, что это значит. Сейчас на нас побежит такая армия. Просто пойдут на хоббита. На нас пойдут такие все. Ой, сами-то вот мы атаковать ведь не можем, да? Посудите. Потому что мы сейчас потеряем топовые лут. Потом все обижаются. Потому что плохо играем. Это все меняем. Вот это мы выкидываем. Мы сейчас выкинули топовый меч. Это выкидываем. Это у нас что? 2, 5, 4. Это выкидываем. Ну, не знаю, когда это все закончится. Ну, сейчас мы закончим уже, пожалуй. Потому что на нас ведь видео регулярно выходить туда. Сейчас мы пойдем всех зарашим. Рашить мы будем красно, все. Их там даже рашить, так скажем, не надо. Их там добить, да и все. Они там с зеленым объединились. Сейчас мы понапуляем одну волшебную стрелу сейчас. Если вы это сейчас не видите, а вы это должны сейчас увидеть. Да, я, пожалуй, всё, я сейчас там стрелу последнюю пущу. А, пошли! Пошли стрелы. А сейчас мы просто их убьем. Завалим. Их двое осталось. Идеально, где они там сидят? Сейчас. Голд бутс. Мы сейчас выиграем. Что? А я там сидят. Все. Пошли. Ай, помогите, кто-нибудь. У меня сейчас хп нету вообще. Остался один красный. Один красный. Он там наверху сидит, да? Да я свой.
Он побежал нам кровать ломать. Там, по-моему, один на дефе стоит. Сейчас мы закончим. Сейчас закончим. Я уже сам устал, правда, если честно играть. Сейчас закончим. Я думаю, посилится. Сейчас со здоровьем все очень плохо. Завтра все будет это. Сейчас все будет. Я знаю даже где. Это тут. Сейчас мы проверим. Нету. Слушайте, вот тут, наверное, скорее всего, кто-то был. Сейчас. На какой даже дать не знаю. Вот остался один. Тут, где мы его сейчас найдем? Где нам его искать? Он что, там сидит? Он, возможно, пошел нас ломать. Или там у себя где-нибудь в нычке сидит. А может, он вообще в центре? Мы выиграли. Сейчас. Ну, выиграли. Подписываемся на канал. Ставим пальцы вверх. Всем. 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 Всем пока.